Добрейший вечерочек, с вами Стив Про, и сегодня первая часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition 0.15.0. Возможно, многие помнят, что у нас было три части во выживании в обычном мире, но, к сожалению, друзья, эта карта у меня теперь вылетает из-за мода Factorization, да, к сожалению, вот так, и из-за этого я вынужден начать новое выживание. Ну, оно будет довольно веселое, потому что у нас новые мобы и многое-многое другое, друзья, в новой версии, да. Ну что ж, включаем сложность и отправляемся в жестокий мир. Я уже набрал несколько вещей, друзья. Сейчас убьем курочку, возьмем с собой мясо. И, наверное, давайте маленько пособираем ресурсов. Также схожу в план. Я не планирую, друзья, на все вот эти серии пока что делать дом. В серии 3-4 мы точно будем путешествовать, потому что я собираюсь найти всякие деревни, друзья. Если кто-то не знает, то в джунглях, в разных новых биомах добавили новые разные деревни. Поэтому я хочу их найти, показать вам, а также их можно и блутать. Взять морковку, пшеницу, ну и картошку, ну и, конечно, многое-многое другое. Также можно найти, как сказал, джунглевый данж, можно найти песчаный данж, или как он называет, храм-пирамида. И ведь план у нас довольно большой, и планирую выполнить его примерно за 4-5 серий. Надеюсь, мы все сделаем, друзья. Так, ладно. Так, вот давайте убьем эту коровочку. Все-таки мясо нам не помешает. Ну, за эту серию я уже увидел лошадей. Я их пробовал убивать. Но с них выпадает очень-очень мало дропа. Если не ошибаюсь, то у меня выпало с одной две. Или даже одна кожа. Да, что-то типа такого. Даже у коровы, друзья, больше лута, чем у какой-то лошади. Но, по идее, лошадь, конечно, предназначена, вы знаете, для чего. И также я хочу сказать, что в новых версиях Майнкрафта появился такой баг, в котором мобы спавнятся в деревьях. Наверное, все знают такой баг, который есть на ПК, и теперь он перешел с ПК к нам. Это очень большая беда, и разработчики пытаются фиксить, но разные мододелы, моддинги спасают нас от таких проблем. На ПК есть уже мод, который исправляет спавн этих мобов в деревьях, и, надеюсь, у нас, может быть, даже сами разработчики это исправят, да, уже за 10 минут ухождения в нашем мире. То есть до вас я уже играл, я уже встретил, наверное, двух мобов, которые заспавнились в деревьях. Но да, сейчас овечек очень выгодно убивать, потому что с них дропается настоящая баранина, которую мы можем жарить и после чего также ею питаться. Это очень классно и очень-очень классное обновление. Я не знаю, сколько я буду так раз говорить, друзья, но это и вправду мне очень сильно понравилось это обновление. Возможно, и вам оно тоже понравилось, потому что здесь очень много разных штуков, которых раньше, к примеру, не было. Но я планирую в этом обновлении, в этой версии или в этом выживании, найти нового скелета, убить его и как? Да, говорит список обновлений. Если мы убьем этого скелета, то с каким-то шансом нам может выпасть его стрела, которая дает эффект замедления. Но это будет очень классно, если вы тоже этого хотите. Ну, я не знаю, да, такой большой гриб. Очень большой, я не знаю, зачем я вообще сломаю, но делать супчик из этого очень-очень проблематично, потому что понадобится довольно много всего. Ладно, все же возьмем и, может быть, что-нибудь придумаем. Ну, лес. Я в лесу, я сказал, селиться вообще мы не будем. В серии 3-4 точно селиться не будем, пока что не найдем деревню. Если я вдруг найду деревню, то, возможно, мы все обсудим и подумаем, селиться ли нам в этой деревне. Ну, а пока что можно сделать себе шлем. Да, шлем не помешает он нам. Ну, я, кстати, заметил, что интерфейс маленько заменили. То есть, у меня теперь стоит интерфейс на среднем. И он стал маленьким. А раньше он был довольно большим, и мне это нравилось. Но сейчас мне ничего уже не нравится. Майнкрафт меняется, бывает иногда в худшую сторону. Как убрали облака, которые мне раньше нравились. И убрали вот такой крупный интерфейс. Если я сделаю на максимум, то кнопки начинают вылезать за предел моего экрана. Что мне очень-очень не нравится. Надеюсь тоже, что вам такое тоже не нравится. Потому что вы такие же люди, которые понимают, что, ну, удобно, конечно, становится вообще не играть, то есть вообще неудобно играть с маленьким интерфейсом, ну и, конечно, с крупным интерфейсом играть тоже неудобно, потому что все слишком крупное. Ну, сейчас маленько подкрепимся и отправимся в наш путь. Ладно, пусть маленько останется. И что ж, что же мы сейчас найдем? Да, неужели? Нет, я не хочу никуда плыть, это будет очень долго и муторно.
Потому что я даже на ПК не планирую никогда так делать, чтобы мы плыли по воде, потому что это очень, вправду, долго и очень муторно. Но раньше на ПК, друзья, в разных ранних версиях, то есть в 1.7.10, если вы лодкой врезались в берег, может даже на кувшинку, то ваша лодка ломалась, и с нее дропались палочки и что-то вроде еще. Да, друзья, дропались еще деревянные блоки. Но сейчас это все убрали, я не знаю, зачем сделали. И теперь, по идее, все стало более нереалистично, что было раньше очень хорошо. Ну, значит, что раньше делал ночь. Ну, Pocket Edition, я не знаю, кто делал, вроде его сделали сразу Томас. Ну и многие-многие другие разработчики. Мы не будем об этом уже говорить. Сейчас у нас чисто выживание, о котором мы сейчас и хотим поговорить. Да, но выживание, надеюсь, станет еще более прикольным, когда нам дают нормальные достижения. Все уже заметили, что добавили достижения, но они совершенно не такие, которые мы хотели. То есть, их, как бы, если вы сделаете достижения, они все. И это как, друзья, я не знаю, как вы играете уже игры. Знаете CSGO, знаете Antarnet. То же самое там. Вы играете и за всю свою игру, а вы добываете достижения, которые вы просто получаете. То же самое, если в Garry's Mod, если кто-то играл, и в Counter-Strike Source, вот то же самое сейчас и в Майнкрафте. То есть вы добываете эти, как сказать, ачивки, и все. И ваши друзья просто смогут просматривать вашу статистику. А на ПК, если кто-то не знает, каждое достижение даются в каждом мире Майнкрафта, что очень прикольно. Ну, было бы прикольно, если за эти достижения в конце концов что-нибудь давали. Но, по идее, прикольно выполнять эти достижения. Но сейчас я не вижу никакой цели. Еще особенно, что меня бесит, что нужен уход в Xbox Live. Ну, по идее, те, кто не хотят играть в Realms, ну, не обязаны заходить в этот Xbox Live, потому что вы можете просто отказаться. Но если также вы ведете Xbox Live, то все теперь все нормально, друзья. Вы просто входите в Xbox Live, и даже Wi-Fi вам будет не нужен, он со временем сам подключится. А если у вас есть Wi-Fi, то маленько будет проблем. Я знаю, с Xbox Live есть проблемы, потому что это все делает Microsoft. А вы знаете, что Microsoft бывает делать некачественно. Поэтому мы будем ждать обновления в билдах, которые принесет, надеюсь, много чего. Но многие ждут торговли там и многое-многое другое. Но такого пока что не будет. Я уже заметил папку Ресурпаки, и многие об этом писали в группах, в комментариях еще добавили папку. Ну и я не знаю, что вам можно сказать. Да, я разработчиков знаю, что и в билдах они бывают редко что добавляют, но все же в версии 0.9.0 они добавляли очень-очень много всего. Возможно, здесь они добавят нам ресурс-пак. Ресурс-паки, друзья, или текстур-паки, как называют некоторые, я не знаю, в чем разница. Я знаю, что сейчас начнут все спамить в комментариях, ты что, с ума сошел? Какой нет разницы? Я примерно знаю, в чем разница, потому что либо текстур-паки, либо ресурс-паки можно изменять звуки. То есть, а где-то там нельзя. То есть, не надо спамить в комментариях, да. Я уже это все знаю, просто мне это не надо. Я этим не занимаюсь, поэтому мне это не надо. Но сейчас мы попали в березовую рощу. И я не знаю, зачем мы сейчас рубим березу, потому что домик строить мы не собираемся. Но вы видели, там овца была на дереве. Я не буду возвращаться. Если кто-то видел, то пишите комментарий. Сейчас прямо вот только что овца была на дереве. Я думаю, мне же не показалось. Но вы понимаете, что я хочу сейчас сделать, и я хочу проэкспериментировать и одеть дыху на голову. Так. Ну, и она и правда оделась, и выглядит очень классно. Но как сказал, с маленьким интерфейсом у нас очень много черноты. Вы помните, откройте мои старые видео, увидите, что интерфейс у меня был в два раза больше, что было довольно удобно. Ну, я не знаю, что творят разработчики. Я говорю, они иногда бывают делают все хорошо, иногда делают все хуже. Я не знаю, зачем убрали облака. Я очень злюсь. У меня и правда просто нет слов. Зачем они убрали такие красивые облака и добавили вот такие фиговые облака? И надо опять же говорить, что включи причудливую графику. Если я включу причудливую графику, появятся тени. А раньше можно было без всяких теней делать, и без всякой причудливой графики появлялись хорошие облака. Да, я вам правду говорю, что с версии 0.14.1 все было хорошо. Я не знаю, что они творят свои маджонки, но все же что-то они делают. И я не знаю, почему мы так долго ждали это обновление. Она выходила 4 месяца, и в итоге мы получили немного чего. Ну, все же, если они что-то добавят в билдах, то это получится довольно глобальное обновление. Но все же нам добавили новые стрелы, добавили, по идее, много новых мобов. Ну, я, друзья, если честно посчитать, сколько добавили мобов, то добавили мобов очень много за всю историю Майнкрафта.
или обновление Minecraft Pocket Edition, это самое большое количество, которое я мог только видеть. Но все же, мне уже нагорело, и я решил сделать вот такую лодочку, на которой мы сейчас отправимся в наше путешествие. Ну, надеюсь, оно будет долгим, точнее, недолгим. Так, ко мне прилетает комар, уйди. Так, друзья, это не в Майнкрафте, это в реальной жизни. Не путайте реальную жизнь с Майнкрафтом. Также, конечно, хочется, чтобы были какие-то разновидности у нас в нашем океанах, то есть, кроме спрутов, что-нибудь еще было бы. Ну, в идее, спрутов тоже хватает. Ну, сейчас, наверное, все хотят мишек, друзья. Я не знаю, зачем вам нужны мишки. Все же зимний биом спавнится довольно редко. Поэтому ради мишек отправляться в этот биом я не вижу толку. Если мы с мишками могли бы как-нибудь взаимодействовать, то есть мы могли бы их приручать, или они становились бы нашими питомцами, то с радостью я бы искал бы этот биом. К примеру, то же самое производится с волками. Мы ищем их в лесу ради того, чтобы приручить, и у нас появляется наш любимый домашний питомец. Также, наверное, все ждали, что добавят яйцо спавна кошек. Я тоже этого ожидал, потому что на ПК это сделали, а у нас почему-то пока не хотят. Но, возможно, в билдах это добавят, друзья. Я вот тут вам говорю, что 100% добавит вот такое яйцо. Вот 100% я вам обещаю. Вот я не знаю, вот просто 100%, что добавит спавн кошек. Ух ты, скелетик, вы видели, что у него были опущенные руки. Но 50% я ставлю, что нам добавят ресурпаки. 50%. Также пишите в комментариях, понравился ли вам новый интерфейс меню вот этой игры. Мне, если честно, он вообще не понравился. Но сейчас нам дали голод, но все же мы смогли убежать от наших враждебных мобов, которые нас уже решили достать и могли даже убить. Да, скелет стал очень реалистичным и очень классным, он теперь опускает руки. Да, в каком-то смысле звучит довольно странно, он опускает руки, но все же потом он их поднимает. Да, друзья, я правда очень странные слова сейчас говорю, но все же это примерно вот так он. И вправду опускает руки, и когда она замечает, он сразу начинает поднимать свои ручонки и пытается нас попасть, но у него иногда это не получается, да. Ну что ж, наверное, на этом закончим, да. Ставьте лайки, ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал.